Сегодня каждый желающий мог вновь проверить, все ли знает в области этнографии. Уже третий год в Коми вместе со страной пишут большой этнографический диктант. Количество площадок в целом увеличилось вдвое, теперь их более 40. В Сыктывкаре это можно было сделать, например, на базе Национальной библиотеки. Там пояснили, на выполнение заданий требовалось 45 минут, как в школе. Участников ждет 30 тестовых заданий, 20 из них общие для всей страны и 10 региональные, то есть с краеведческим компонентом Республики Коми. Задания интересные, и я думаю, что после прохождения теста у участников как бы появится желание больше узнать о родном крае. Достопримечательности, выдающиеся личности, особенности коми-письменности, традиции и история. Каждый год количество пишущих диктант увеличивается. По этнографии я не очень уверена, как бы, в таких знаниях хороших. Но цель моя – это сделать попытку и как бы проверить себя. Выяснит, на каком уровне я хотя бы вот с этими вопросами я познакомлюсь и уже буду знать, насколько я знаю свой родной край. Итак, проверять задания будут сами кураторы площадок, а результаты появятся на сайте Мир Этно уже 10 ноября. Там же, кстати, можно написать диктант онлайн.